Ну что, мы едем в город, где бугры и ходят снежные кабаны? Вот так, короче, всегда. Решаешь не набирать много вещей, поехать так налегке, а в итоге выходит, что берешь квадрокоптер, все батареи к нему, наушники, чтобы удобно ехать, берешь вторую камеру и батареи к нему, сразу пауэрбэнк, какие-то зарядки, и все это надо впихнуть в рюкзак. Окей, Google, ты меня любишь? Ну как вас не любить? В смысле, я правда не знаю как. Возможно, мне нужно что-то у себя отключить. Я одеваю свой костюм. Вот почему я так угрюм. Подштанники — это жесть, я уже года полтора их не надевал. Вот я не понимаю, если сделали стельку с подогревом, почему нельзя сделать трусы с подогревом, где будут стоять две пластинки и все, что нужно подогревать? Логики нету. Мы стоим на одном месте, человечество не развивается. Настя, куда мы едем? В горы? Да. Мы на контрольной точке, тут все должны одеть цепи, потому что через 800 метров проверяют их наличие, и если они у водителя, потому что если пойдет снегопад, они обязательны. И вы видите, все остановились, чтобы надеть цепи на машины. Сейчас и мы будем. Мы, короче, забыли цепи дома, непонятно как, и только что думали, что не проедем, но они говорят, если у вас полный привод, вам не нужны цепи. Джонни, Джонни. Мы приехали на место назначения, как я соскучился за снегом. И вчера я рассказывал, был шторм, вы посмотрите, сколько насыпало. Там что-то больше метра за два дня насыпало. И очень-очень много снега, все так красиво. Сейчас хочу запустить коптер, потому что это просто нереально. Сейчас плюшки надуем, я вам уже показывал. Вот такая моя, она большая, метровая в ширину. Ты любишь снег? Да. Вот такая плюшище. Настя, куда мы идем? А куда? Смотри, прикольно, тут Теслы заряжаются. Вот Model 3, которая недавно вышла, вот Model X. Вот знаменитый американский желтый автобус, но его тут используют по какому-то другому назначению. Выкупили, видимо, курорт. И непонятно для чего, возможно, для перевозки сотрудников используют. Для лыжников и сноубордистов сезон уже открыт. Потихоньку набирается курорт людей, через месяц будет полно. Вы посмотрите еще раз, какой слой снега. То есть вообще, вот я, и он мне тупо по голову. Настя, сейчас поедем с той горы. Короче, у них нет зоны, где можно покататься на наших плюшках, что, к сожалению. Мы нашли какую-то горку, но это не то, что мы хотели. Мы представляли какую-то вот типа как вон ту. В прошлом году было, в этом убрали. Сейчас надо квадрик запустить. процента, а я снял уже все, что надо. Лечу обратно. Он возвращается домой. Искали-искали мы, где можем покататься на плюшках, вообще ничего не нашли. В принципе, тут и так прикольно, сейчас пойдем куда-то вон походим, и будет нормально. Кстати, случилось то, чего я боялся больше всего. Я отлетел где-то на километра два, и квадрокоптер отсоединился. К счастью, он через секунд 15 очухался и снова стал работать. Но я это предвещал, и поэтому я установил программу, что он летит домой, обратно с места взлета, если он не понимает, что с ним случилось. Поэтому все, как всегда, четко. Смотрите, делаю шаг, и тупо по колено снега, смотрите, оп! Проступил по колено. Эч, по колено. О, смотрите, ниже колена, ниже колена. Я уже сижу на снегу. Я максимально низко, то есть уже вот так вот, выше пояса в снегу. Кстати, ребятки, сверкающие пятки, кто еще не подписан на мой инстаграм, там, кстати, прикольные фотки сегодняшней поездки выйдут. Так что всегда первая ссылка в описании, там написано большими буквами. Подпишись. Нами было принято решение ехать и по дороге смотреть, где катаются, потому что, по сути, мы на плюшках сюда и приехали кататься. Почему мы не катаемся сегодня на лыжах? Мы чисто на разведку поехали. В следующий раз, если поедем, то возьмем, у нас даже есть свои и сноуборды, и лыжи, и ботинки, и все, что хотите. То есть нам только приехать и скипас купить. Сегодня разведка, в следующий раз, возможно, какое-то катание. Но мы приехали-то кататься на плюшках, специально для этого купили, а тут нигде нельзя, поэтому над дорогой есть такие остановочки, смотровые точки, где люди иногда катаются. Где есть подготовленные площадки. Вот мы такие будем искать сейчас. Вот это я понимаю, трактор снегоуборочный.
все, приехали мы обратно, ничего толкового по дороге не нашли, просто поехали обратно домой, плюс приехали еще светло, темнеть будет где-то через часа два, я, может, еще куда-то сейчас поеду, погуляю, вам что-то поснимаю. Вот как-то так, по дороге всю дорогу спал, почти ничего не снимал, естественно, потому что спал, отоспал, так сказать, все часы, которые недоспаны были за монтажом. Я все-таки выезжаю, хотел сказать, как хорошо вот это без кучи одежды. И, кстати, про подштанники, что я вам скажу, эти правила диктуют нам систему, поэтому нужно создать стартап, трусы с подогревом. И слоган будет, не знаю, какой-нибудь типа «Варим не до готовности, а нежно подогреваем». Все, идею я вам дал, остальное только реализация, за вами. Будем вместе рекламу мутить, главное, сделайте трусы с подогревом, вот в чем дело. Кстати, слоган зачетный. Вот что бывает после постновогоднего апокалипсиса. Даже Спанч Боб разочаровался и сдулся. Олени, Дед Мороз и всех поубивали. Мы будем мстить за них. А вот и наша непостоянная рубрика с прошлого выпуска про старые машины. Смотрите, ехал и увидел. И я б не назвал его ведром, я б назвал его таким старым ретро-автомобилем. Смотрите, он везде поржавел, у него что-то такое. То есть одна коричневая, уже куча всего поменена, но выглядит супер прикольно. Очень четко, смотрите, какие колеса, прям вот прям как фильм. В фильмах показывают, их даже особо искать не надо. Подходите и договаривайтесь насчет съемки такого автомобиля в фильмах. То есть с поиском машин для фильмов тут проблем нет. И что самое интересное, там какие-то винтажные тоже штуки лежат, но она очень грязная и неухоженная. Украшение на Новый год продолжается. Оп, смотрите, тут уже что-то поинтереснее. Во-первых, одна машина. И насколько я понимаю, может один владелец или соседи. И посмотрите, какая там. И он перебирает вон мотор. Прикольно, прикольно. Вот сидишь себе на старости лет таким занимаешься, потому что у них обычно пенсионеры таким занимаются. Проезжаем, надо как можно ниже сесть и проехать под шлагбаумом, я так обычно и делаю. Так, пролезл я, все, миссия выполнена. Я, насколько понимаю, холода так на всех повлияли, что все перестали устраивать гаражные распродажи, прям выставлять все ненужные вещи напротив гаража и продавать. Вот я ищу уже второй день, не могу вам ничего не найти, хотя катаюсь, наверное, в радиусе километров 25, очень много. Попробую подрифтить еще, чисто из интереса. Нет, сегодня не получится. Асфальт слишком сухой. Посылище пришло. Точно не мне, кому-то из членов семьи. Но, кстати, именно так они и приносят. Любой с улицы может просто взять и подойти. И никто у вас не спрашивает, когда вы будете дома. Они просто кладут вот так под дверь, и она лежит как ненужная. Так у всех этих домов. Просто американцы привыкли, и все держится на честности. Некоторые американцы, говорят, даже дверь открытую ночью оставляют. О, смотрите, сосед разгулялся. Красный нос и олень рак. Ага, подцепил. О, Саймон. Он гуляет, а потом домой приходит. Сейчас поедем за мясом, чтобы сделать дома самый вкусный шашлык на районе. Только что такая прикольная ситуация была. Мы покупаем мясо для шашлыка в русском магазине, потому что там вкусно делают. И, короче, то есть он один, это не сеть магазинов, просто один магазин. И мы брали мясо, я, насколько понимаю, хозяин говорит, а кто жарить будет? Типа, я говорю, что я. Мама говорит, да, великий шашлычник. Он говорит, жаришь хорошо? Я говорю, ну да, нормально. Он, типа, говорит, а разрешение на работу есть? Я говорю, есть. Он говорит, а машину, когда начнешь водить? Я говорю, я уже могу получать, типа, как пермит, разрешение на вождение. Он говорит, прикольно, дай свой номер телефона, короче, если хочешь, могу тебя пригласить работать шашлычником где-то в мае. Я такой, ну, дал телефон, чё б не дать, а дальше уже договоримся. Мне даже важно, наверное, не из-за работы, а чтобы, возможно, потом вам показать. На крайняк откажусь, потому что меня, в принципе, устраивает, как платит YouTube. Но, тем не менее, вот так находят друг друга работодатель и работник в Америке. Вот так школьники устраиваются на работу. Поэтому заказывайте меня в роли шашлычника на свадьбы, корпоративы, дни рождения и так далее. Короче, купили крылышки. Сейчас посолим, поперчим, маслом полем, будет красота. Потом стейки тунца вот такие красивые, вкусные. Будем первый раз пробовать именно стейки делать. И филе, потому что я очень люблю куриное филе. Все, шашлык сделан, идем есть. А на этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Данил Пай и на Инстаграм обязательно.